Друзья, смотрите, снова великолепная картина. Мои любимые, а львы, да в принципе все любимые, но эти, смотрите, как бесподобно, можно насладиться процессом, как спит малышка в обнимку с папочкой. И, судя по всему, с Лего, мне так кажется. Не могу отсюда рассмотреть. Как же это круто. Симба! Ну что ж ты будешь, Богдан, всех животных? Наверное, напишут в комментариях. Но я же хочу только передать вам те эмоции, которые сам сейчас испытываю. Ведь это чудесная картина. Ей хочется наслаждаться все время. Я не устаю повторять. Я удивлен, я рад, что эти прекрасные животные живут такой крепкой и дружной семьей. Наблюдать за малышкой и взрослыми львицами, за Симбой, за их взаимоотношениями. Это же просто непередаваемое ощущение. Лего. Никто не отзывается. Только обезьяны гоняют по вольерам, а львы здесь обнимаются. Смотрите, Симбуля положил свою мордашку на львицу. Лего. Ай, как красиво. Чудо, чудо. Вон, смотрите, как это круто. Ух. Все понемногу зевают. То Симба до этого зевнул. О-о-о. Вот это львиный зев. Маленькая, давай еще ты. Принцессочка. Малышечка. Принцесса. Львичечка. Да, Лего увидела что-то вдалеке, в другой части вольера, и идет туда, оставляя Симбу и малышку лежать и зевать. А вон Тея, тут более интересная картина. Как это? Один бок будет греться, второй нет. Симба, давай, обнимай малышку. Кто-то поднимается на мостик. Симба вытягивает лапку, и малышка обнимает папу Симбу. Нет. Чего? Друзья, а я иду дальше. Всем пока.